OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Главной целью был именно российский народ. Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами, нарушить экономические и хозяйственные связи. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие. Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки. Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится. Но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть в лучший мир. С добротой, сказал Дмитрий Анатольевич, безусловно. Но у него острые выступления, да? Жесткие. Сталина на вас нет. Дмитрий Медведев на совещании с директорами оборонных предприятий в воспитательных целях прочитал им телеграмму Сталина времен Второй мировой войны. По словам бывшего президента России, сейчас ситуация схожая. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. И очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны. Вот хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной была представлена композиция «Рабочий колхозница». Это были символы того времени, 1937 года. Хорошо, вы вспомнили именно об этом. Да, спасибо. Ни о чем-то другом из 1937 года. Да. Ну, мы позитивные, у нас позитивный форум. Это глубоко больной и несчастный человек. Хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему заболеваниями, которыми он болен, правильно бы заняться ему своим здоровьем. И надо всем специалистам, лучшим специалистам из разных стран оказать ему такую помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше. Образ абсолютной, тотальной победы России во всей этой ситуации, и в ценностной, и в военной операции на Украине. Вот что вас полностью вот удовлетворит, и вы скажете сами себе, что вот это победа? Ну, во-первых, конечно же, трибунал над хунтой Зеленского. Это просто удивительный кретин. А второй знак нашей победы – это когда европейские государства постучат нам, кстати, извините, пожалуйста, мы не правы, можно все-таки нам немножко газу? Потому что Европа сейчас катится, сама не понимает. Она сама себя закручивает в такую воронку, помогая там украинской армии и выполняя все заказы Америки, что они должны когда-то упереться в дно. Вот точно должны. А оттуда путь только наверх. А наверх МК Америки никак. Один вариант, только Россия. И вы что, не знаете об этом, что ли? Какое главное качество, или, может быть, несколько русского человека, что нас отделяет от других? Или других отделяет от нас? Главное качество русского человека? Знаете, у Тараса Бульбы есть такой монолог про товарищество. Во многих землях вы бывали, видели, и там люди вроде с Богом живут. Но таких товарищей, как здесь, на Руси, нету. И так умирать, как наши умирают. Ведь
не страшно, что умрешь, а вот страшно, как и за что. Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве, как это не печально и не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. С нами Бог. Мы русские, с нами Бог. Владимир Путин рассказал подробности трехчасовой встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным после неудачного мятежа. Президент России поделился этой информацией с корреспондентом издания «Коммерсант» Андреем Колесниковым, многолетним участником так называемого «пула кремлевских журналистов». По словам Путина, он хотел встретиться именно с командирами «Вагнеровцев», а не самим Евгением Пригожиным. Журналист задал Путину вопрос о том, что, по его мнению, произошло 24 июня этого года. И вот что ответил президент России. «А что происходило на самом деле?» – снова переспросил Владимир Путин. «Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы Вагнера воевали достойно. Так, то, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны, того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье, показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все». То есть Путин подтвердил, что встречался в Кремле с 35 командирами ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным 29 июня, спустя 5 дней после мятежа. И журналист спрашивает у российского президента, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица. Дальше выдержка из материала «Коммерсанта» дословно. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует», — воскликнул Владимир Путин. «У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует». То есть, если нет закона, то нет и ЧВК. А что же это тогда все было? Такого юрлица нет, пояснил Владимир Путин. Тут он, видимо, говорил как юрист. Это было понятно. Группа есть, но юридически не существует, повторил президент. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос. А я напомню, что, по словам Путина, вагнеровцы получили 86 миллиардов рублей из бюджета. И какому же юрлицу тогда шли деньги, остается вопросом. Кроме того, в рамках встречи с Пригожиным и компанией Владимир Путин рассказал об одном из моментов переговоров. По его словам, он предложил 35 командирам Вагнера несколько вариантов трудоустройства под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой». По словам президента, многие кивали, а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал: «Нет, ребята не согласны с таким решением». На его месте я был бы осторожнее с тем, что ем. Президент США Джо Байден намекнул на возможное отравление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 30 июля в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Байдену был задан вопрос о Пригожине и его возможных действиях после неудачного мятежа. В ответ президент США дал совет главе ЧВК «Вагнер». Да бог его знает, что он может сделать. Мы даже не уверены, где сейчас находится Пригожин и какие у него связи. На его месте я был бы осторожен с тем, что ем. Я бы следил за своим меню, но кроме шуток, наверное, никто из нас точно не знает, какое будущее у Пригожина в России. Кроме того, глава Белого дома прокомментировал войну России против Украины. Байден выразил уверенность, что президент Путин в конце концов решит продолжать войну не в интересах России. Путин уже проиграл войну. У Путина есть реальная проблема. Как ему двигаться дальше? Что ему делать? Я не думаю, что Россия могла бы поддерживать войну годами, учитывая их ресурсный потенциал. Я думаю, что возникнут обстоятельства, при которых в конечном итоге Путин придет к тому, что продолжение этой войны не в интересах России, как экономически, так и политически. Но я не могу точно сказать, как это произойдет. Отстранение командующего 58-й армией России генерал-майора Ивана Попова говорит о кадровом голоде на фронте и разногласиях в российских элитах. Об этом пишет издание агентства, анализируя близкие к российской армии телеграм-каналы. Ранее утверждалось, что Попова отстранили от должности за доклад о сложной ситуации на запорожском направлении. Эту информацию подтвердил сам Попов в аудиосообщении, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев. В прошлом он также командовал 58-й армией.
Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Грей Зон» сообщил, что снятие Попова произошло после его доклада начальнику генштаба Валерию Герасимову. Как утверждалось, Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, вечером 13 июля жена Ивана Попова заявила о том, что ее муж резко перестал выходить на связь. Однако она пока не переживает. По словам жены, он был вызван руководством и куда-то улетел решать свои вопросы. По информации британской разведки, 58-я армия России, которой командовал Иван Попов, воюет на запорожском направлении. В начале вторжения России в Украину 58-я армия была основной группировкой войск, которая совершила прорыв к Мариуполю и на правый берег реки Днепр. 11 июля в ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по гостинице в оккупированном Бердянске, где, по информации российских СМИ, находился штаб 58-й армии. Эту новость также подтвердили в украинском генштабе. Американский институт изучения войны тогда заявил, что в результате атаки Украина ликвидировала заместителя командующего Южного военного округа Олега Цокова. Как утверждается, он лично руководил российской армией на Запорожском.